Симферопольские коммунальщики сегодня знакомились с новой техникой, привезенной дилерским предприятием из Ростова-на-Дону для ознакомления. Машины вызвали неподдельный интерес крымчан, а значит, уверены гости из России, можно рассчитывать на плодотворное сотрудничество. Новые автогрейдеры, погрузчики для мусора и современные экскаваторы от больших до самых маленьких. Все это сегодня можно было не только увидеть, но и потрогать. Нашей компании 25 лет. Мы занимаемся продажей спецтехники, проводим техническое обслуживание, сервис, гарантия. То есть продвигаем технику на рынок. Техника российских заводов вызвала большой интерес в Крыму. Это уже современнейшая российская техника, которая вот только приехала к нам в Крым. Это уже не та техника, которая выпускалась в 50-х, 60-х годах и даже в 70-х. Она не такая. Это уже и с кондиционерами, и удобно. Это, конечно, коммунальному предприятию города Симферополя не хватает такой техники. Ростовское предприятие, представляющее интересы разных российских заводов-производителей, продемонстрировало не только технику для строительства и уборки, но и современные компактные автобусы с кондиционерами. Кроме того, машины оборудованы специальными устройствами для инвалидов. Много интересных предложений, и вы посмотрите, какой такой живой интерес у наших перевозчиков вызвала данная техника, потому что предложения действительно интересные. Здесь есть и возмещение из федерального бюджета, компенсация. Если частные лица или фирмы приобретают автобусы с газовыми установками. В планах ростовского предприятия открыть в Крыму дилерский центр. Российские промышленники убедились, спрос на их технику на полуострове большой. Ксения Яснова, «Время новостей».